Наташа, какая фамилия у Витя? Сань! Давай. Только чухнули, что память. Дед, а что дед Стас-то не вижу, что-то? Дед Стас говорит... А я не знаю, кто это. Как художник? Не, ну в лицо, наверное, знаю. Самый известный художник. Так, подожди. У него же выставки в Москве. Не поможет тебе. Я с ним на выставке, да, мы дома шляпки. Много раз дома. У него шикарный художник. Сходи с ним домой. Я хотел Сашку, а Сашка не хочет. Все, я не хочу. А, ну, а смысл? Нам сейчас другие немножко дела. Не томи, Саш, рассказывай честно. Мы друзья, друзья. Мы Станечки, Станечки, друзья. У меня день рождения. Да, у нас там будет вас. Так я же знаю. Я вас периодически это вижу. Ну, Саша, мне, да вы просто забыли. А еще я его знал. Я не знаю, что здесь я всех знаю, но они не читают. И куда это все унесли? Ну, откуда они сейчас поднимут? Саня, так скоро будем взаимодействовать? Да, у меня с Базиком что-то я вижу, маленький. Слушай, ну как, да, культурник у нас тут сидит? Шикарно просто. Вижу. Thank you.
так скоро будем взаимодействовать. Непонятно, кто же болит. Да. Я ее знаю, она просто не помнит. Мы с вами слушайте, вы не видели в интернете обвал на фамилию Бирюк? Да, мы знаешь, что подумали? Мы подумали, что его специально построили. Нет. А как же они попали в этот момент? В этот момент рассказываю вам интересную историю. О, давай, я запишу. Это идиоты, которые ездят на квадроциклах. Они везде лезут, везде, и пытаются залезть на хамелеон. Они, видимо, там нарушили. Это не случайно. Я тебе говорю, что это не случайно. И куда это все унесли? Она сейчас возьмет аппаратуру. Я ее отсюда вытащил, но там ее все равно крутанул и вот так несколько раз. Я улетел задом вперед на ту же обочину, и там уже в конце она, значит, на бок вот так встала. И мы вылезали через стекла, открыли стекла, значит, я у меня собака там, потом Сива с собакой. Тут же народ убежал, те, кто видел, там машина крутит. Ее вручную в раскачку поставили на колеса, и я вылез оттуда, по этой щебенке, и мы доехали сюда нормально. То есть ты на встречку, получается? Да, вылез на... А если бы ехала машина? Вот тогда было бы очень... Я говорю, в рубашке разделись. Если была встречка, скорость что была? Все дело до секунды просто. Да, это секунды. Да. Я хоть боролся, я ловил, в общем-то, более-менее, как что-то... То есть не так, как надо было, но все-таки лучше, чем то, что она задом вперед, вот так вот. Я на боку, я в ремне, значит, там, повис. Не могу ничего, потому что оно, чтобы отстегнуть его, надо ослабить. А здесь, а? Не, на борт. То есть я оказался наверху под потолком, а Сим наоборот, внизу, и на него там рюкзак какой-то свалился с собакой. Вот. Так он рассказывает, как будто вот прям, я бы, наверное, изменяю. Не, ну сначала... Не, ну а конечно, как ему еще сейчас уже что? Я же знаю, уже в прошлом, он же жив. Ладно, блин, да. Между прочим, мне самое интересное, ты не успеваешь даже испугаться. Да, некогда. А когда некогда? Сначала нужно ее ловить, чтобы уменьшить ущерб. А что потом уже? Потом ее нужно вытаскивать и там смотреть, не загорится ли, не что-то ли бензин. А уж когда ты сел, вроде все работает, тогда уже начинаешь эмоционально догоняться. Потом доехали нормально? Да, на паром. Там 7 километров там осталось. На паром, да, как ты бери. Вот, ну, короче, сейчас сервис заезжал, они посмотрели, говорят, ну, в принципе, там сделают. 2 недели, наверное, там пойдет. Ну, у ребят здесь. Надо еще ходовую посмотреть, подвесить, там ничего не погнуло. Но, в принципе, руль не уводит, все крепкое, зеленушка все. Ну, хорошо. Что, Саня, ну пора идти уже, наверное. Давайте, уйди с нами еще, девчонки. Вы под Юнги, куда вы ходите-то? И куда это все унесли? Ну, откуда она сейчас возьмет аппаратуру? Саня, так скоро будем взаимодействовать.
Саня, так скоро будем взаимодействовать? Я хотел Сашку, а Сашка не хочет. Че, я не хочу. Ну, смысл, а? О, молодец! Вот так и надо! Хулиганистый ты, Марин. Поедешь с нами балаклаву? Да, забирай ты... немножко. Увози за стол, Марин. Ага. Погуляли мы на славу, завтра едем в балаклаву. Ты видел, я сделал же ролик про фильм, который тебе ли снимали, да? Как, ты не видел? А почему ты ВКонтакте себя нет? Саня, так скоро будем взаимодействовать? Саня, так скоро будем взаимодействовать. А, таких эти? Наташа, а эти две? У нас целая компания. Блин! Наташка! Там, у нее такой же характер.
Саня, так скоро будем сильные пошли трещины. Витя, ты тут уже сам корпус. Они еще свои мотоциклами придавили. Все время есть. Я даже увидел, посмотрел. Машины, все они тут же выбежали. Но все все доели. Экологический насос хочет вызывать. Красного. Называть так. Давай, давай. Че, давайте, знаю, застрели. Еще, это Майкл Джексон имеет право. Да. Они подали права, пойми правильно. Нет, я... В общем, это... надо на Vimeo переходить, там но, так цепляется. Но ты прав. Дело в том, что это надо, полный да, бардак уходить, с правами, надо. Полный бардак, да, полный да. бардак. Ну, ты Creative Commons, конечно, используешь, да, лицензию? Что? Не, ну, об общую, да. Я поставил галочку, я не смотрел уже там. Ну, да, что, по-моему. А как? А как? А что-то, какие там вообще есть? Володь, ни черта себе. Ты что, серьезно, что ли? Ты что, не знаешь, что ли, что это есть? Может, не знаю. Ну, там лицензия такая, что типа... Сейчас она.